Я потеряю доступ к своему телеграм-каналу в любой момент, а если быть точнее, я уже потерял к нему доступ, потому что если я из него выйду, больше я в него никогда не зайду. И всем привет, с вами Айгера. У меня часто в последнее время спрашивали, почему я активно не веду телеграм-канал, почему я его не пиарю, а все дело в том, что последние несколько месяцев я пытался решить одну очень большую проблему, и я не хотел вам про это рассказывать, но, к сожалению, у меня не получилось решить эту проблему. И перед тем, как я вам расскажу, что вообще произошло, я хочу вас попросить подписаться на мой новый телеграм-канал по ссылке в описании. Это очень важно. Сейчас я вам назову буквально несколько причин, почему вам стоит это сделать. Во-первых, в моем новом телеграм-канале я буду часто публиковать контент. Я буду его активно вести, буду показывать вам свою жизнь, учебу в колледже. К примеру, сейчас мы делаем проект, и сейчас я монтирую рекламу, и я вам буду это показывать в своем телеграм-канале. А также я скоро буду переезжать, и как раз все вещи и всякие истории, связанные с переездом, я буду рассказывать вам в своем новом телеграм-канале. Да и в целом, вы можете наблюдать за моей жизнью, и я думаю, это очень интересно. Но если вас не заинтересовала первая причина, то вторая заинтересует по-любому, потому что вторая причина, почему я вам советую подписаться на мой телеграм-канал, заключается в том, что в моем телеграм-канале вы сможете находить ресурс-паки из моих видео. Теперь, когда я буду снимать видео про РП, публиковать ресурс-паки я буду в своем новом телеграм-канале. Ну а третья причина заключается в том, что те, кто подписаны на мой телеграм-канал, смогут первыми узнать, какие будут следующие видео на моем канале. А самое главное, в телеграм-канале я буду информировать вас о своих стримах, чтобы вы их не пропускали. Кстати, насчет стрима. Завтра, то есть в пятницу, 25 ноября в 19:00 на моем канале будет очень необычный стрим, на котором мы не будем играть в мини-игры и мы не будем играть ни в какие PvP-режимы. Мы будем проходить паркур-карту, а донатеры будут мне мешать паркурить. Когда-то я уже делал подобное, но тогда я просто выживал в Майнкрафте, то есть я проходил Майнкрафта, донатеры мне мешали. Но вы знаете, как я люблю паркур в Майнкрафте, поэтому я решил это сделать. Честно сказать, подобного я еще не видел нигде. И для тех, кто не знает, как это будет работать, объясняю. Есть один очень интересный мод, благодаря которому, когда человек мне, к примеру, задонатил определенную сумму, в Майнкрафте со мной будет что-то происходить. К примеру, заспаунится крипер, или подкинет меня на 20 блоков вверх, или еще что-то. И, кстати, я уже сделал список, в котором написал, что будет происходить в Майнкрафте за ту или иную сумму, когда я буду паркурить. И давайте этот список я опубликую в моем новом телеграм-канале, на который ссылку я оставлю, конечно же, в описании. И вы сможете заранее посмотреть, как донатеры будут меня троллить и как они мне будут мешать. А также на стримах я добавил одну очень интересную функцию, благодаря которой теперь за донат можно мне включать музыку на стриме. То есть теперь вы можете включить ту музыку, которую вы хотите слышать на моем стриме. В общем, будет весело, поэтому я вас всех жду на моем завтрашнем стриме в 7 часов вечера. Ну а теперь переходим к самой главной теме этого видео. Что же случилось с моим старым телеграм-каналом и почему я создал новый и почему я потерял доступ к моему предыдущему телеграм-каналу? Сейчас я вам все про это расскажу. Начать хочу с того, что этот телеграм-канал, ну, сейчас мы говорим про старый, я создал еще очень давно, еще если я не ошибаюсь, весной, то есть полгода назад. И я его какое-то время пиарил я его довольно-таки активно, старался его активно вести, но когда я приехал в Англию, появилась одна очень большая проблема, которая заключается в том, что мой старый телеграм-канал был сделан на старую сим-карту. И из-за этого, я честно сказать, я взял эту сим-карту с собой, я был уверен, что все будет хорошо, но когда я сюда приехал и когда я попробовал получить код на эту сим-карту, у меня ничего не получилось. И там проблем несколько. Первая проблема заключается в том, что сим-карта настолько старая, что она не микро или мини, я не помню, как это называется, но если вы знаете, у сим-карт есть разные как бы размеры. А эта сим-карта, она прям огромная, она очень большая, потому что раньше она у меня была в старом, еще кнопочном телефоне. Как вы знаете, у меня вообще очень много сим-карт, у меня очень много всяких старых телефонов, и я рассказывал то, что все это мне нужно, потому что у меня есть много всяких разных аккаунтов. И поэтому у меня действительно много сим-карт, и этот телеграм-канал был зарегистрирован на одну из тех сим-карт, которыми я как бы не пользуюсь, но пользуюсь только тогда, когда мне нужно, опять же, их привязать к каким-то новым аккаунтам, или, опять же, у меня много старых аккаунтов. То есть все аккаунты, которые у меня есть на эту сим-карту, скорее всего, я потеряю. И это все не так страшно. А вот то, что я потерял доступ к моему телеграм-каналу, вот это очень печально. И все это просто из-за этой тупой сим-карты. И вы даже не представляете, что я пытался сделать. То есть уже вот с того момента, как я приехал в Англию, прошло реально полгода. И все эти полгода я пытался восстановить доступ. То есть если вы замечали, в моем телеграм-канале иногда не выходили посты реально по 2 месяца. Просто потому что я боялся что-то выкладывать,
осознанием того, что в любой момент я потеряю доступ. И я не видел смысла его пиарить, и у меня очень часто спрашивали, почему я его не пиарю. И вот, тайна раскрыта. Я говорил, что просто так не веду этот канал, но, как вы понимаете, не совсем просто так. Я просто реально понимал, что в любой момент я потеряю к нему доступ. И я не знал, что мне делать. Я пытался восстановить доступ очень долго, я несколько месяцев пытался это сделать. Я даже пытался включить эту сим-карту в другом городе, потому что я думал, может это конкретно там, где я сейчас нахожусь, она просто не работает, потому что не ловит здесь связь. Я пытался это сделать в другом городе, я много где пытался это сделать. Я даже созванивался с операторами, чтобы спросить, что мне делать. Мне пытались помочь, но, к сожалению, не помогли. И я долгое время думал, что же мне вообще делать с телеграм-каналом. И в последнее время, опять же, сейчас говорю про старый телеграм-канал, я его начал вести более активно. И начал вести я его более активно в тот момент, когда я понял, что скоро я перестану его вести и перейду на новый телеграм-канал. И чтобы как бы показать то, что вот я могу вести активно телеграм-канал, я начал это делать. Я публиковал туда всякие фотки из колледжа, много чего я туда публиковал, часто говорил о моих стримах, то есть когда я запускал стрим, в первую очередь я это публиковал в свой телеграм-канал. В общем, я просто понял то, что я могу вести активно телеграм-канал и попытался вам это показать, но поверьте мне, теперь телеграм-канал я буду вести еще более активно, потому что теперь мне не страшно публиковать туда контент, потому что новый телеграм-канал уже сделан на нормальной сим-карте, которой доступ я, ну уж точно, не потеряю. Поэтому еще раз повторюсь, то что подпишитесь на мой новый телеграм-канал по ссылке в описании, там будет реально много контента. И ресурс-паки я туда буду публиковать, и всякие видосы, фотки из реальной жизни. Я очень долго думал, как мне вообще назвать этот телеграм-канал, потому что, с одной стороны, там будет как бы и из реальной жизни что-то, но при этом там будет что-то связанное с Майнкрафтом. И когда я думал над названием моего телеграм-канала, в этот момент я стримил, и я очень тупанул, потому что на стриме я попросил моих подписчиков, чтобы они придумали мне название, а если быть точнее, ссылку приглашения. И мне говорили всякие разные варианты, и некоторые варианты, которые мне нравились, я озвучивал, и после этого, когда я пытался этот вариант использовать, то есть вписать этот вариант в ссылку приглашения, оно уже было занято, а все потому, что я просто гений, который не додумался до того, что если я это озвучиваю на стриме, какие-то другие гении это просто могут занять. В общем, некрасиво получилось, но тем не менее, потом я все-таки смог сделать нормальную ссылку приглашения, которая мне нравится, которую вы можете увидеть в описании под этим видео. В общем, долго я думал, как вообще назвать канал, какую сделать ссылку приглашения, но в принципе мне все нравится. Пока что в моем телеграм-канале на аватарке просто аватарка из моего YouTube-канала, потом через какое-то время, возможно, я поставлю свою фотку, но опять же, я уже сказал то, что там будет и реальная жизнь, поэтому сначала мне говорили и предлагали типа, Агера, может ты назовешь Агера Real Life, но я понял, что я не хочу так называть, потому что помимо Real Life, там также будет еще всякий контент по Майнкрафту. И когда я про это сказал, мне предложили назвать Агера СВ. Но Агера СВ я тоже не хочу называть, потому что, во-первых, я играю не только в Skywars, к примеру, фон для этого видео записан на Bedwars, потому что Bedwars я тоже люблю. И поэтому я понял то, что лучше не называть ни Real Life, ни СВ, ни БВ, ничего вообще никак связанное с Майнкрафтом. То есть, по сути, мой старый телеграм-канал живет до того момента, пока я или случайно не выйду из телеграм-аккаунта, на который у меня привязан этот телеграм-канал, или он у меня просто вылетит, или еще что-то произойдет. Поэтому мне просто было стрёмно жить в этом режиме ожидания, что вот сейчас что-то произойдет, и я потеряю доступ. И поэтому я решил, что самое лучшее решение будет просто создать новый, начать его нормально пиарить, нормально его вести, и так будет намного лучше. Возможно, мне стоило еще как-то попробовать восстановить доступ к старому телеграм-каналу, но, честно, я уже просто устал, и мне надоело пытаться это сделать на протяжении нескольких месяцев, поэтому я считаю, что это самое лучшее решение. В общем, спасибо всем огромное за просмотр этого видео, я очень надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца, потому что это очень важное видео, я должен был, наверное, рассказать вам это еще давно, еще много месяцев назад, но, опять же, надеялся, то, что у меня все-таки получится восстановить, но, к сожалению, не получилось, но, с другой стороны, ничего страшного, зато у меня есть новый телеграм-канал, на который я оставлю ссылку в описании, и вы можете на него подписаться. Я уже вам рассказал несколько очень важных причин, почему вам лучше это сделать. Ну, а также жду вас всех завтра, 25 ноября в 19:00 вечера на моем канале. Будет очень классный стрим, на котором я буду проходить паркур-карту. Еще раз спасибо всем за просмотр этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, и всем пока-пока!